There was no doctrine, there was no nurse. Не хватает докторов, не хватает медсестер. So the baby was under care of a ward boy. И поэтому девочка была в попечении какого-то смотрителя, который был вообще... Days, nobody treated her, nobody gave her anything to eat. Который был вообще несовершеннолетнего возраста. Два дня никто не ухаживал за ней, никто не смазывал ей раны. When my wife came to know that, she ran and brought the baby to our hospital. А затем моя жена узнала об этом, она прибежала туда и потом перенесла девочку в нашу больницу. We got an hospital. У нас есть больница. Our doctors amputated her from here. Наши доктора ампутировали ей руку, что осталось от руки. Shoulder is removed. И часть плеча тоже удалили. And the collarbone was sprouting out, and there was no flesh to cover that. Там часть ключицы выпирала, и не было никакой части, чтобы закрывала ее. The doctor was worried about the infection. И доктор очень беспокоился, что может появиться инфекция. My wife and other sister prayed around the cradle, and the next day flesh came and covered it. И на следующий мы помолились с женой, и на следующий день стала появляться ткань, да, ткань и кожа. And within 1 week the baby saw 5 miracles. И за первую неделю этот ребенок увидел 5 чудес. She was not killed by the train. Во-первых, ее не задавило поездом. She was not killed by the dogs. Ее не съели собаки. She was not infected by the dirty cloth. У нее не появилась инфекция из-за грязной ткани. She could survive 2 days without food and medication. Она прожила 2 дня еще без еды и без необходимых медикаментов. At last she could stand that great operation. И, наконец, она пережила эту большую операцию, которую над ней произвели. I was not at home. Меня не было дома. I returned from the ministry and saw the baby on my bed. И я вернулся со служения, и, когда уезжал на служение, и увидел, что девочка у нас на кровати. The single wing angel was on my bed. У меня на кровати был ангел с одним крылом. I kissed her and she became my daughter. Я поцеловал ее, и она стала моей дочерью. When she was 3, когда ей исполнилось 3 года, I got another baby, 4 years old. У меня появился еще один ребенок, 4 года. She is strong. Он очень сильный. Whenever I come from the ministry or from my office, когда я приезжаю из офиса или со служения, they both will come running, remove my shoes. Эти оба ребенка прибегают ко мне, берут мою обувь. Try to remove my socks. Пытается и носки еще с меня стянуть. And this 4-year girl was strong. И four-year girl was strong. И вот эта 4-летняя девочка, она сильная. She will try to do everything. Она пытается сделать все, что угодно. But this one-hand daughter of mine will come running. Но вот эта однорукая девочка, дочка моя, she was only 3. Она прибегает, ей всего 3 года. She said, I will also do for my daddy. И она говорит, я тоже хочу так сделать для папы. The other girl will say, you're not strong, I am strong, I will do it. И другая девочка говорит, нет, ты не такая сильная, я это сделаю. And this girl will be watching and waiting. И другая дочка стоит и ждет. As the other girl put the socks into the shoes. И когда другая кладет носки, she pick those shoes and put it in the rack and say, "He is my daddy. I love him too." И она берет ботинки и кладет их сразу туда на полочку и говорит, "Он мой папа тоже. Я это сделала для него." She was not strong enough. Она ведь недостаточно сильная. But she could do it because he loves the daddy. Но она делает это, потому что она любит папу. Because this man gave life to her. Потому что этот человек дал ей жизнь. This man delivered her from the death. Потому что этот человек избавил ее от смерти. Friends, if every Christian realized that I am delivered from the dead because of Jesus, I will do something. For the unknown people. Друзья мои, если бы каждый из нас понял, что мы спасены от смерти, то мы сделали бы что-то для тех людей, которых мы даже и не знаем. To reach them in the gospel. Для того, чтобы мы могли достигнуть их Евангелием. That will be pleasing to my Father. Потому что это принесет удовольствие нашему Отцу. I was talking about the need. Я говорил о нужде, о необходимости. I'm talking about the will of God. И я говорю о воле Божьей. And the third thing, и третье. My Bible says in Matthew 24:14. В моей Библии говорится, Матфея 24:40. The gospel of this kingdom will be preached all over. Что будет проповедано Евангелие везде. To every nation. Во всех народах. To every kindred, every people group. Во всяком царстве, для всякого языка.
then the end will come. И тогда придет конец. If you are serious about the second coming of Jesus Christ. Если вы серьезно относитесь ко второму пришествию Иисуса Христа. If you are waiting for His return. Если вы ждете с нетерпением, когда Он придет. You cannot be idle and say hallelujah alone. То вы не можете просто сидеть себе в одиночку и говорить аллилуйя. It is your responsibility and my responsibility to quicken His coming. Это ваша ответственность и моя ответственность приближать Его пришествие. That is only possible when we preach the gospel to the unknown, untouched, unreached people. Но это только возможно, если мы проповедуем Евангелие тем, кому никто не проповедовал, тем, до кого никто не дотронулся, тем, кого никто не знает. The second coming of Jesus is very much in your hand, in my hand. Второе пришествие Христа во многом находится в ваших руках и в моих руках. I cannot escape that. И я не могу просто держать это в себе. Because only this generation can reach this generation. Потому что только это поколение может достигнуть этого поколения. If you don't reach, they will definitely question you and me. Если вы не будете их достигать, то тогда они будут задавать вопросы вам и мне. Every time I preach the gospel in the villages of Bihar or India, I always hear, why didn't you come earlier? Каждый раз, когда я проповедую Евангелие в деревнях Бихара в Индии, мне постоянно задают вопросы, почему вы не приехали раньше? People are waiting for the gospel. Люди ждут услышать Евангелие. And you have the good news, and I have the good news. И у вас есть благая весть, и у меня есть благая весть. If I don't go, nobody else is good today. Если я не пойду, то никто не пойдет. So it is the responsibility of the church to reach the unreached people to quicken the second coming of Jesus. Итак, это ответственность церкви ускорить пришествие Иисуса Христа, проповедуя Евангелие. And now, I want to give one, important news here. И сейчас я хотел бы сообщить вам одну очень важную новость. Then I know the importance of reaching the unreached people. Я знаю о том, насколько важно достигать недостигнутых народов. How should I stimulate my church? Если я знаю это, то как мне мотивировать свою церковь? How should I involve in reaching them? Как мне вовлечь их в том, чтобы они достигали неспасенных? I want to tell you three important truths. Я хочу дать вам три важные истины. One. Первое. Continuous obedience. Постоянное подчинение. I want послушание. To give us trust for that word continuous. И я хочу, чтобы вы сосредоточили внимание на слове постоянное, продолжительное. When you accept the Lord, you obey His commandment. Когда вы уважаете Господа, вы исполняете Его заповедь. It's not one day's obedience. Это не значит, что это будет только один день. If you want to be a successful missionary or missions man, you must have a continuous obedience. Если вы хотите быть успешным миссионером, то вам необходимо постоянно быть послушанием. I want to tell you, I'm the missionary for 39 years. Я хочу сказать вам, что я миссионер уже 39 лет. But I'm always trying to listen to God so that I can obey Him at every step. Но я постоянно пытаюсь прислушиваться к Богу, чтобы знать, что я иду правильным путем на каждый шаг. And when I'm willing to obey, then He's taking me to new realm, new people, so that I can reach them with the gospel of Jesus Christ. И когда я готов слушаться Его, Он готов идти, вести меня в новые области, поднимать меня на новые уровни. You can come across many people in the church that said, I obeyed in the baptism one day. Но знаете, многие люди в церкви могут говорить, я был послушен Богу, я крестился. But I want to ask a question. Но я хочу задать вопрос. What about today? А что сегодня? Are you willing to obey His call today? Готов ли ты быть послушным Его призванию сегодня? I want to tell one incident. Хотел бы рассказать об одном случае. I was tired after doing 3 weeks of missions in different places. У меня был очень продолжительная поездка, 3 недели я служил в разных местах. I didn't have proper food for 3 weeks. Я очень устал, я не ел ничего нормального в то время. I didn't have proper bed to sleep. Я спал где попало. Because Bihar is the poorest state in India. Потому что Бихар это самый бедный штат в Индии. Going to a village is venturing your life. И когда вы едете в эти деревни, это вообще опасно. So many nights we couldn't sleep. То есть многие ночи мы просто не могли спать. It was cold under the tree. Было под деревом, где мы спали, было холодно. There was no electricity. Не было электричества. There was no fire to make. Не было никакого костра, который могли бы сделать. After 3 weeks of ministry, I returned home looking for a good food.
И поэтому через три месяца этого служения я вернулся домой, ожидая, что я хорошо наконец поем. Friends, I'm not trying to boost myself. Друзья, я не пытаюсь сейчас возвеличить себя. I'm trying to emphasize the continuous emphasis is required if you're serious about missions. Я просто хочу сказать, что вам требуется постоянное посвящение, если вы серьезно относитесь к миссии. All my dress were dirty. Вся моя одежда была грязной. I was tired and exhausted. Я был истощен. And my wife was waiting for 3 weeks to see me. И моя жена ждала 3 недели, чтобы увидеть меня. And my second son was very sick. Мой второй сын был очень болен. As I entered home. И я приехал домой. I said, make a good food for me. Я попросил жену сделать для меня что-нибудь хорошее поесть. I'm hungry. Я голоден. But one man came running. Но к нам прибежал один человек. He called me. Позвал меня. Can you go with me to my house? Вы можете пойти со мной в мой дом? I said, why? Я сказал, зачем? My grandfather died. Умер мой дедушка. And you must come. И вы обязаны прийти. Because all my family people would be there. Потому что все из моей семьи будут там. My grandfather was not a Christian. Мой дедушка не был верующим. But I became a Christian. Но я стал христианином. And now I want you to come and share the gospel to all my relatives who gather in the for the death. И теперь я хочу, чтобы вы пришли и проповедовали Евангелие всем родственникам, которые собрались там у одра умершего. My body said, oh, no. Мое тело сказало, нет. My stomach was looking for a good food. Мой живот искал хорошей пищи. My wife was looking at me. Моя жена смотрела на меня. She asked me, what are you going to do? И она сказала, ну что будешь делать? I said, I cannot miss this opportunity. И я сказал, я не могу упустить эту возможность. Because the world will be created today, cremated today. Потому что сегодня этого человека кремируют. Tomorrow I cannot wait. Завтра я не могу уже If ничего буду делать. Today, если у меня есть сегодня, I can reach 400 people who never heard the gospel. То я могу достичь 400 человек, которые никогда не слышали Евангелия. And I want to tell you, I took it as a Macedonian call. I left my bag there and ran with that man without taking a single cup of tea. И я принял это как апостол принял призвание македонянина. Я побежал туда, не выпил даже чая, просто сразу отправился. My wife was preparing tea. Моя жена готовила чай. She came running. Она побежала за мной. I said, I cannot wait because the bus is leaving. И я сказал, нет, не могу ждать, потому что автобус уходит. If I miss the bus, I will not have that. Если не попаду на этот автобус, не попаду туда, и все не состоится. Why I ran without taking a single cup of tea, which I haven't taken for 3 weeks? Зачем я побежал, не выпив даже чая, который я так ждал 3 недели? If I was not obedient to the Macedonian call, но если я не верен этому призыву македонянина, I would have missed 400 people, those who are willing to listen to the gospel at that moment. Тогда в тот момент 400 человек не услышали бы Евангелие. And when I went there, и когда я приехал туда, it not only the people of that man. Там были не только люди, которые являлись родственниками того the villagers человека. Also came. Но также, Хоган. Villagers also came. Но также все деревенские люди, которые были там, все пришли на похороны. There were 600 people. Там было 600 человек. I could preach a very strong sermon how Jesus took the victory over death. И я мог проповедовать замечательное послание о том, как Христос с триумфом побеждает смерть. I want to tell you because of that obedience today there is a strong church standing in the place. И я могу вам сказать, что благодаря тому посвящению в этом месте образовалась сильная церковь. It has got 150 striving members. 150 человек, которые жаждут Господа и живут для Него. Friends, why I'm sharing this? Друзья, зачем я говорю об этом? If you're serious about mission. Если вы серьезно относитесь к миссии, it demands continuous obedience. Это требует постоянного послушания. It's not obeying someday before. Это не то, что вы когда-то были послушны. It's not obeying 3 years back. Это не когда-то 3 года назад были послушны. I must be willing to obey him at every moment if I'm really serious about reaching the untouched people. Если я действительно серьезно отношусь к тому, чтобы проповедовать Евангелие тем, кого никто не достиг пока, я должен постоянно быть послушным. I encourage you today. Я
хочу попросить вас сегодня. I encourage you today. Попрошу вас сегодня. Because I was stirred up by many incidents like that. Так как я постоянно вижу, как такое происходит. There is a place called Baksa. У нас есть одно место, которое называется Бакса. One of my evangelists went to preach the gospel. Один из моих евангелистов поехал туда, чтобы проповедовать Евангелие. He was using a big flip chart to explain. Он использовал большую доску, чтобы объяснить свое послание. And he was showing the crucified Jesus and telling the people, Jesus died for you and there's no need for you to sacrifice anything. И он рассказывал о том, как Иисус Христос умер за вас и что вам уже не нужно больше приносить какие-либо жертвы. I want to tell you, one young lady came to the meeting. Я хочу сказать вам, что одна женщина потом подошла после служения. Just 2 hours back, she threw her only begotten son into the Ganges River. Несколько часов до этого, just several hours before that. 2 hours. 2 часа до этого она бросила своего единственного сына в жертву богам, опустила его в Ганг. You might have heard a big river Ganges is flowing in North India. Вы, наверное, знаете, что в северной части Индии течет река Ганг. And people are having a blind faith. If they throw their firstborn into the river, their sins will be forgiven. И люди там обладают таким верованием, что если бросить своего первородного ребенка в эту реку, то все их грехи будут прощены. You may not believe that. Вы, может быть, не поверите, что это действительно происходит. My second son, who is 26 years old, was about to be thrown into the river, and he became my son when he was 4 months old. Но мой сын, которому сейчас 26 лет, его хотели таким же образом утопить в реке, и он потом стал моим сыном, когда 4 месяца ему было. I'm not talking about some dream, but I'm talking about my own experience. Я говорю не о том, каком-то мечте какой-то, не о том, что произошло во сне. Я говорю о том, что реально происходит с нами. Today he has finished his master degree in business administration. Сейчас он уже получил степень магистра делового администрирования. A tall, handsome man. Он высокий, привлекательный молодой But человек. But his mother wanted to get rid of the sin and wanted to throw the baby when he was 4 months into the river. Но когда ему исполнилось 4 месяца, его мать хотела избавиться от своих грехов и принести его в жертву. When I came to know that, I snatched the baby from her and he became my son. Когда я увидел, что там замышлялось, я отобрал у нее этого ребенка, он стал моим. And this is happening often. И это происходит часто. And this lady just threw her bore into the flowing Ganges just 2 hours back and came to this open air meeting. И вот эта женщина бросила младенца в Ганг и через 2 часа после этого пришла на служение. And this evangelist was showing the crucifixion of Jesus Christ. И вот этот евангелист показывал распятие Иисуса Христа. And when he mentioned about the sacrifice, и когда он сказал про жертву, that lady was alarmed. Эта женщина вдруг озаботилась. She shouted. Она закричала. Why did you come 2 hours back? Почему вы не приехали 2 часа назад? And she lost her senses. И она впала в беспамятство. I can take you to that village. She is under chains now. Я могу вас привести в эту деревню. Ее сейчас сковывают. Because her mind was blown. Потому что ее мозг просто перестал работать. No medical treatment could help her. Ей не могли помочь никакие медикаменты. That gives me a grip of missions. И это дает мне страстное желание. That makes me go and go and go. Заниматься миссионерством, идти, идти, идти вперед. Because one third of God is go. Потому что первое повеление Божье — это идите. If you say G-O-D, then you have to spell go, and then only God comes. Если вы видите, что там написано «идите», значит, нужно идти, и тогда Бог будет с вами. In the gospel also there is an emphasis go and spell gospel. В Евангелии также говорится «идите и проповедуйте Евангелие». People are dying and perishing because they never heard the gospel earlier. Люди умирают, потому что они не слышали Евангелие до этого. Every church must be having an obedience throughout, continuously, week after week.
И каждая церковь должна использовать это посвящение постоянно, неделя за неделей, день за днем. I can tell you hundreds of stories like that. Я мог бы рассказывать вам сотни историй, похожие на эту. Not just to impress you, but tell you that it demands a continuous obedience. Не просто потому, что я хочу вас впечатлить, а просто показать вам, что требуется постоянное посвящение. I was in a place. Я оказался в одном местечке. And I was preaching until 10 o'clock in the night. Проповедовал, уже было 10 часов вечера. I had a small team. У меня есть небольшая команда. We were preparing a night meal under a tree. Мы приготовили пищу, вечернюю трапезу, это было под деревом. It was a very raw meal. Очень была недожаренная пища. We were baking the wheat balls in the cow dung. И мы готовили на коровьем помете, мы готовили блюда из пшеницы, пшеничные какие-то шарики. It was just like a ball. Выглядело все как шарик. We baked them in the cow dung. И запекали это в коровьем Dried cow dung. Сушеные коровьи лепешки. We were making that. Вот так готовили. I want to tell you. Я хочу вам сказать. One man came by 10:30. В 10:30 пришел один человек. He said, I was not in the village when you preached the gospel. И сказал, знаете, меня не было в деревне, когда вы проповедовали Евангелие. Can you repeat it? Вы можете повторить это? So in the light of the fire, I showed with the book how sin entered, how Jesus paid the price. И там при свете костра я показал ему, как грех вошел в мир и как Христос искупил нас от греха. Immediately he wept bitterly like a baby. И он начал сразу плакать как младенец. I embraced him. I said, come on, stop. Stop crying. Jesus is alive today. Я обнял его и сказал, ну ничего, перестань плакать, потому что Христос жив сегодня. When I said that, he wept more. Я увидел потом, что он начал еще больше плакать. I couldn't stop him. Я не мог его остановить. After 10 minutes, через 10 минут he pushed me. Он оттолкнул меня. With angry. И в нем был гнев. And he asked, why didn't you come 2 months back? И он сказал, почему вы не приехали 2 месяца I said, назад? What do you mean by 2 months? Что значит 2 месяца? Почему 2 месяца? He said, 2 months back. 2 месяца назад. My brother, who was 25 years old. Мой брат, которому было 25 лет. Beating his chest. Beating his chest and trying to tear it off. Бил себя в грудь и пытался просто разодрать себе грудь. Saying, evil spirits are tormenting me. И он сказал, что меня мучают злые духи. Is there any God to save me? Есть ли какой-нибудь Бог, который может спасти меня? I took the name of all the Hindu gods. Я пытался, сказал тот человек, пытался все имена богов индуизма произносить. As Pastor Daniel mentioned, there are 330 million gods in India. И как пастор Даниэль об этом говорил, в Индии есть 330 миллионов богов. But that boy who is dying said, those people are only tormenting me. Но когда этот парень умирал, он сказал, но эти боги только мучают меня. And he beat his chest and he died. И он в конце концов избил себя до смерти. I lost my precious brother. И этот человек говорит мне, я потерял своего брата. If I would have known 2 months back that Jesus is alive, если бы я знал 2 месяца назад, что Иисус жив, I could have saved my brother. Я мог бы спасти моего брата. Friends, this is a story for every corner. Друзья, это история, которую можно услышать в каждом уголке земли. I can keep on stories like that which I have faced with my own experience. И я могу рассказывать вам сотни таких историй, которые я видел собственными глазами. The whole world is waiting. Весь мир ждет. It needs the obedience of the church. Это значит, что церкви нужно проявлять послушание. It should be continuous obedience. Это должно быть постоянное послушание. For every season we must obey. Для каждого времени должно быть послушание. Obedience is possible when you surrender. Но послушание возможно, когда вы подчиняете себя. When you know the voice of the Lord. Тогда вы будете иметь мудрость Божью. When you walk with God closer, you will listen to His voice. Тогда вы будете ходить с Богом очень тесно и будете прислушиваться к Его голосу. Bishop Edward was talking about encountering with God. Епископ Эдуард говорил о том, чтобы приблизиться к Богу, встретиться с Богом. Every encounter will make us to move for Him for new arena and new area. И каждая встреча с Богом продвигает нас дальше, помогает нам выйти на новые уровни, so новые сферы. Missions are possible only when people willing to obey God. Итак, миссии возможны только тогда, когда люди готовы быть послушными Богу. The call is very clear.
И призвание совершенно четко. New people are coming into this world. А новые люди появляются в этом мире. Don't say I don't have money. Не говорите, у меня нет денег. Don't say I don't have the opportunity. Не говорите, у меня нет возможности. If you are willing to obey, God will open the doors. Если вы готовы быть послушными, Бог откроет вам возможности. I want to tell you. Я хочу сказать вам. I was a tool designer. Я занимался разработкой инструментов. When God called me, I took a vow. И когда Бог призвал меня, то я сделал шаг. Lord, in obedience to your call, I'm going to an unknown land. Я сказал: Бог, в послушании тебе я иду в землю, которую не знаю. And I take a vow, I will not let anyone knows my need, my ministry need at any way, at any time. И я, Бог, хочу сказать тебе, вот я не буду никому говорить о том, какие у меня в моем служении нужды. For the past 39 years. For the past 39 years. За прошедшие 39 лет. I never opened my mouth for my needs to anyone. Я никогда никому не рассказывал про свои нужды. I never appealed for funds. Я никогда не просил людей, чтобы они присылали мне деньги. Never wrote a single letter about funds. Никогда не написал ни одного письма. Even my children were foodless. Milkless, I never opened my mouth. Даже когда у моих детей не было еды, не было молока, я не открывал рот, не говорил никому о своих нуждах. When my first boy was 9 months old. Но когда моему первому малышу исполнилось 9 месяцев. He was a very big boy. Он был очень большим. And he used to take 1.5 liter every time. И мог выпить 1.5 liters. Yeah. 1.5 литра молока. He used to drink like that. То есть просто пил вот так. Such a big boy. Такой большой мальчик. But there was no money one day. Но однажды у нас просто не было денег. 3 days there was no money at all. 3 дня не было денег абсолютно. I want to tell you. Я хочу сказать вам. I was on my knees alone. Я очень много стоял на коленях. I was in a place unknown to us. Я был в месте, которое было нам незнакомо. Not a single Christian was there. Ни одного христианина, кроме so нас. I was on my knees. Я стоял на коленях. My wife used to take the water and feed the baby every time. Каждый раз, когда у нас не было молока, так моя жена брала и водой поила. Мы молились за эту воду, и Бог превращал ее в молоко. Три дня. I want to tell you. Я хочу сказать вам. Today I have 2,180 workers working with me. Сегодня у меня 2,180 работников, которые сотрудников. We are educating 30,000 children. И мы кормим 30 тысяч детей. And we are taking care of 2,000 plus orphan children. 2,000 orphan children. Мы также заботимся о приемных детях, о детях в интернатах. Я хочу вам сказать, что о своих нуждах я не говорю. I learned only one thing. Я узнал одну вещь. If I am obedient to his call and his voice. Если я послушен его призыву. He is there to open his windows. И его словам, то он всегда будет рядом, чтобы открывать эти двери. Аллилуйя! Аллилуйя! So, the mission demands a continuous obedience. Итак, миссионерство требует постоянного посвящения. The second thing. Второе. It is a continuous broken life. Постоянно сокрушенная жизнь. I would like to turn your attention to the dramatic scene where Jesus fed the 5,000 people. Я хотел бы привлечь ваше внимание к той сцене, где Иисус кормит 5,000. How? Как? The disciples were worried. Ученики были обеспокоены. 5,000 мужчин было там. Apart from women and children. Не считая женщин и детей. Such a huge crowd was waiting with hunger. Это была большая толпа, которая ждала, кто же их накормит. Jesus filled with compassion and said, "You feed this." Иисус был исполнен сострадания, и он сказал ученикам: вы дайте им есть. The disciples began to calculate and... И ученики стали пользоваться своим умственным калькулятором. What's such a big money where we will... И сказали: сколько же потребуется денег для того, чтобы накормить всю эту толпу? Where we will buy this bread? И где мы купим столько хлеба? They're all hungry. Ведь они все голодны. Even if they take little, it will cost us 200 dinars. Даже если мы возьмем понемногу, нам потребуется 100 динариев. And Jesus asked,
You feed them. Иисус сказал им: вы дайте им есть. What do you have? Что есть у вас? You know the story because every gospel was narrating this. И вы знаете эту историю, потому что в каждом Евангелии об этом говорится. One little boy having 5 loaves and 2 fishes. И у этого маленького мальчика было 5 хлебов и 2 рыбы. Just imagine this in your mind. Просто представьте себе. Нарисуйте картину. They brought that in the hands of Jesus. Они принесли это в руки Иисуса. And he took the 5 loaves. Он взял 5 хлебов. Blessed them. Благословил их. Raised it. Поднял. And giving thanks unto the Father. Воздал славу Отцу. If I were the bread, I would say Hallelujah. Если бы я был хлебом, я бы на месте хлеба сказал Аллилуйя. Because Jesus blessed me. Потому что Иисус благословил Raised меня. Me. Поднял меня. Giving thanks unto the Father because of me. И воздал хвалу Отцу из-за меня. But then. Но затем, My Bible says, в моей Библии говорится, he broke the bread. Что он разломил хлеб. If I were the bread, если бы я был хлебом, I would say it to Jesus. Я бы сказал Иисусу, Jesus, stop that. Иисус, останови это, stop прекрати. I am already broken. Я и так уже сокрушен, разломлен. When I was a corn of wheat, когда я был зерном, I had my own color and own identity. У меня было свое я, у меня был свой цвет. I was golden in color. Я был золотым по цвету. And I had my own shape. И у меня была своя собственная форма. People said to me, you must be crushed, then only you will be useful. И люди мне сказали, что тебя нужно сокрушить, растереть, только тогда можно тебя использовать. After a long thought, I said, okay. И после долгих размышлений я зерно сказал, хорошо. They crushed me and made me into powder. И меня смололи в муку. I was so white and mingled with everybody. Я был таким белым, я был порошкообразным, был смешан со всеми остальными. I thought that is the end of it. И я думал, что на этом все и закончится. But one day, но однажды the lady took that flour, женщина взяла муку to put in the basin and in the vessel and actually, you know, mingled me with water. Она смешала меня с водой. Там, где мешают муку. And I said, that is the end of it. И я думал, что все, на этом все закончится. Again, she put it on the thing and rolled me. А затем она стала меня раскатывать. I said, this is too much. Я сказал, это уже слишком. Then putting me on iron baking vessel. И потом меня поместили на в печку. I said, this is too much. И я сказал, это слишком много. Then she put it on my fire. И меня засунули в огонь. I am already broken. Я и так уже сокрушен. Shaped. Я и так уже просил. And burnt. Я уже сожжен. Ready to serve. Все, на этом закончим. Hey, there are 5 loaves. Но смотрите, 5 хлебов. You can distribute it. Вы ведь можете эти 5 хлебов распределить. Но зачем же их нужно ломать? What would be the answer of Jesus? Что же ответил бы Иисус? If I don't break, I cannot feed the 5,000. Если не сломить тебя, то нельзя накормить 5,000. Hallelujah. Hallelujah. If you are serious about missions. Если вы серьезно относитесь к миссиям. There should be a continuous breaking. Должно быть постоянное сокрушение, сокрушенность. I want to share my experience. Я хочу поделиться своим опытом. I am trying to impress you so that you can understand this truth. Я не пытаюсь вас впечатлить, но я хочу, чтобы вы поняли эту истину. I'm the only son to my parents. Я являюсь единственным ребенком, единственным сыном у моих родителей. The eldest son. Самым старшим сыном. And I had 4 sisters. У меня есть 4 младших сестры. In India, every girl's marriage costs a lot. В Индии, когда дочерей выдают замуж, тратится много денег. You know, dowry and so many other things. Необходимо приданое и много чего другого. So my parents were expecting a great health from me. И поэтому от вас ожидается, что у вас очень большое здоровье. They made me engineer. Меня сделали инженером, so that I can help them. Чтобы я мог зарабатывать деньги и помочь. Then I left for the ministry. Потом, когда я вошел в служение, they lost all hope upon me. На мне все поставили крест. Because I went alone. Потому что я уехал один. Not through any church. Не было никакой церкви. Not through any organization. Не через какую-то миссионерскую организацию. Not by any businessman. Не при помощи какого-то бизнесмена. God called me, I left for my mission. Бог призвал меня, и я поехал в миссионерское поле. Then. Затем. Within 2 years I got married. В течение 2 лет я женился. I brought my wife to Bihar. Я привез свою жену в Бихар. Before marriage we made a vow.
И до того, как мы поженились, мы заключили, мы дали обет Господу. I never saw her before marriage. Я никогда не видел ее до. Through a letter we made a vow. До женитьбы и при помощи писем я. We will do only the will of God. Дал такой обет. And after the marriage, 11 months after marriage, my sister died. Что мы будем делать волю Божью и my sister, 11 months. 11 месяцев, когда мы были женаты, умерла одна из моих сестер. She was dearer to me. Она была очень дорога для меня. She was 3 years younger to me. Она на 3 года была младше, чем я. I used to take her to school. Я помню, как я вел ее за руку в школу. She was friend of me. И она очень любила меня. I used her alphabets, teach her alphabets. Я научил ее алфавиту. And so she was very close to me. И поэтому у нас были очень тесные she отношения. Died because of pregnancy. Она умерла, когда была беременна. The second birth of the boy, you know, she died. Рождение второго мальчика, и она умерла. I was broken. Я был просто сокрушен. My parents were asking. Мои родители задавали вопрос. We wholeheartedly give you for the ministry. Why the Lord has taken the girl? Мы тебя, можно сказать, посвятили на служение Богу. Почему же Бог забирает у нас нашу девочку? I didn't have an answer. У меня не было ответа. I was broken. Я был сокрушен. Then, because of those two little children. Затем из-за двоих этих детей. The first girl was 1.5, and the second boy was 4 days. We gave the third sister to the same man. Одному ребенку было 1.5 года, другому 2 с небольшим. Третью сестру выдали за этого человека. The third sister married with tears. Она выходила замуж в слезах. But when she had the second baby, когда у нее родился второй ребенок, the man was murdered. Человек был убит. I was broken. Я был сокрушен. My third sister having 4 little ones and crying. Моя третья сестра, у нее было теперь получается 4 ребенка, она плакала. Brother, you are working as a missionary. Она сказала: брат, ты работаешь как миссионер. Why God allowed my man to be cut off from this world? Почему Бог позволил, что моего мужа, мой муж просто ушел из этой жизни? My brother-in-law was a bodybuilder. Мой муж моей сестры, он был бодибилдером, то есть у него такие были большие мускулы. When people killed him with a knife, его убили ножом. He was on the road. Он лежал на дороге. The middle of the road. На середине дороги. 25 houses here, 25 houses this side. 25 домов с одной стороны, 25 с другой. He was crying for help for 4 hours. 4 часа он взывал о помощи. Nobody came. Никто не пришел. My sister asked me. И моя сестра спросила меня. Why nobody helped my husband when he was crying for help? Почему никто не помог моему мужу, когда он взывал о помощи? My sister was asking me again and again. You are in the ministry. Why didn't God help me? И сестра задавала мне вопрос снова и снова. Ты в служении, но почему Бог не помог нам? I don't have an answer. У меня не было ответа. Again. Снова. My second son. Мой второй сын. He was 1.5 years. Ему было 1.5 года. I used to love him like anything. Я любил его, наверное, больше всего другого. I went to preach in a place for 5 days. Я поехал в одно место, чтобы проповедовать там 5 дней. And the third day of my preaching. И на третий день моей проповеди. My wife sent a word. Моя жена послала мне передать. The son is dead. Что наш сын умер. I couldn't come. I couldn't come. Я не мог приехать. Because I was called to preach for 5 days. Потому что мне нужно было проповедовать 5 дней. I said, let her bury me. Я сказал, что я позволю ей позаботиться об этом. It was a festival day in India. В Индии это было время праздников. No shop was open. Все магазины были закрыты. Nobody was there to help to dig the grave. Никого не было рядом, кто мог бы помочь выкопать могилу. My wife, along with 2 more people, dug the ground. Put the baby in a cartoon box and buried. Моя жена с при помощи еще 2 человек, которые помогали, вырыла эту могилу и похоронила сына в картонной коробке. I was broken again. Опять я был сокрушен. And then the only breadwinner of my family, my father, died of heart attack. И затем наш отец умер от сердечного приступа. My 4th sister's husband died of heart attack.
Муж моей четвертой сестры умер от сердца. My wife's brother, he was a big man, died of heart attack, leaving three little kids. Брат моей другой сестры умер от сердечного приступа. Оставил троих детей. Broken continuously year after year. Я год за годом был сокрушен. Even last year. И даже в прошлом году. I had a daughter. У меня была дочь. Brought up in our home. Которая воспитывалась в другом доме. She was an orphan. Она, she was? She was an orphan. Она была в интернате. We gave her to a man who was an evangelist. A man who was an evangelist. Мы отдали ее человеку, который был евангелистом. They both had a beautiful marriage. Выдали за нее. A wonderful child, 5-year-old child. У них замечательный брак, у них замечательный ребенок, 5 лет. The man went to preach the gospel. Этот человек поехал проповедовать Евангелие. He was killed by the fanatics. И был убит религиозными фанатиками. When I returned home, my little granddaughter asked me. И когда мы вернулись домой, моя внучка спросила меня. Grandpa, grandpa. Дедушка, дедушка. My father was preaching about the love of Jesus. Мой отец, мой папа проповедовал о любви Иисуса. Why people kill him? Почему же его убили люди? I don't have an answer. У меня нет ответа. You may ask. Вы можете задать вопрос. Brother Jebakumar. Брат Джебакумар. You are serving sincerely. Sincerely in the mission field. Вы так долго служите в миссионерском. Why all these things happen continuously? Почему все эти вещи происходят постоянно? When that evangelist was killed. Когда был убит евангелист. I went before the Lord. Я пришел к Господу, пришел перед Божьим лицом. And I said, Lord, is there any more breaking? И сказал, Господь, можно ли еще меня дальше сокрушать? The only answer I received is this. Единственный ответ, который я получил, был следующим. You only prayed that you want to be useful for millions. Ты молился только о том, чтобы быть использованным для служения миллионам. I'm breaking you. Breaking you, я преломляю breaking тебя, you, преломляю тебя и сокрушаю so тебя, that you can be used for millions. Чтобы ты мог быть использован для миллионов. Friends, I want to tell one important thing here. Я хочу сказать вам одну важную вещь. A missionary life is not an easy life. That's why people don't want to involve in missions. Миссионерская жизнь — это нелегкая жизнь. Вот поэтому люди и не хотят быть миссионерами. It needs continuous breaking. И эта жизнь означает постоянное сокрушение. And God will honor those broken vessels. Но Бог также почтит ту сокрушенность, которая есть. So that His light will be shining far. Чтобы ваша жизнь сияла далеко. When the army of Gideon broke the pitcher, the light was so bright, even the enemies ran away. Когда армия Гедеона зашла с кувшинами, в которых были светильники, и они разбили эти светильники, свет был настолько ярким, что даже вражеская армия разбежалась. Then I went 39 years before to Bihar. Not even 30 believers were there. Когда я приехал 39 лет назад в Бихар, там не было в этом штате и 30 верующих. But today there are 70,000 believers praising and worshiping the Lord. А сегодня там есть 70 тысяч верующих, которые прославляют Бога и поклоняются Ему. And more than 100 children follow this Lord. 1,000 children. И более чем 100 тысяч детей. Children below 14 years. 100,000 children are following the Lord. Люди, которым менее 15 лет, то есть это дети, 100 тысяч, более 100 тысяч детей следуют за Богом. I'm not boasting myself. Я сейчас говорю не о себе. Missions demands continuous breaking. Я говорю о том, что миссия требует постоянного сокрушения. Mission demands continuous sacrifices. Миссия также требует постоянной жертвы. I want to tell you. Хочу сказать вам. If you come with me to Bihar. Если вы приедете ко мне в Бихар. You can see doctors, nurses, engineers, great scholars, computer scholars, through the job and join the missions.
Вы увидите, как люди, которые были докторами, медсестрами, компьютерными инженерами, которые что-то значили в этом мире, они все это оставили, чтобы служить и проповедовать Евангелие. People, those who completed PhD in computer. Люди, у которых были докторские степени в компьютерных технологиях. People, those who did master's degree in surgery. Люди, у которых были степени в области медицины. Through lucrative job and through American style of life and came to Bihar to suffer in 45 degrees. When I left Bihar, it was 45 degrees centigrade. Отказывались от своей прибыльной работы, отказывались от какой-то должности и положения, приезжали в Бихар, туда, где мы работаем часто при 45 градусной жаре. Когда я уехал, там было 45 градусов по Цельсию. Russian church cannot say, we don't have money, we don't have dollars, we don't have this and that. Don't say that! И русская церковь не может сказать, у нас нет денег, у нас нет долларов, у нас нет того и всего. Не говорите. If you understand the seriousness of the call, do something for the mission and you will motivate your church to do something for the church. Потому что если вы поймете всю серьезность Божьего призвания и миссии, то тогда вы что-то сделаете в церкви, и вы будете двигаться в этом. I challenge you tonight. Я хочу вам бросить вызов сегодня. Mission demands continuous obedience. Миссия требует постоянного послушания. Mission demands continuous breaking. Миссия требует постоянного сокрушения. Mission demands continuous sacrifice. Миссия требует постоянной жертвы. Any pastor, any elder, any woman, anybody willing to pay this price will see the kingdom of God established every day. И каждый пастор, каждый диакон, каждый служитель, каждый мужчина и женщина в Божьем царстве, Божьей церкви, если он это делает, он увидит, как Божье царство устанавливается. Bihar was known as a graveyard of missionaries one day. Бихар однажды был известен тем, его называли кладбище миссионеров. Because people were butchered when they preached the gospel. Потому что там люди в буквальном смысле убивали тех, кто проповедует Евангелие. But today, но сегодня, my mission alone baptizing 25 people every day. Только в моей миссии мы крестим 25 человек каждый день. Every day 25 people are getting baptized. Каждый день 25 человек совершают водное крещение. Because a group and bunch of people are willing to pay the price. Потому что есть группа людей, которые готовы платить цену. I would like to say one more thing and close and allow you to ask questions. Я хотел бы сказать последнюю вещь, потом завершить и дать вам возможность задать вопросы. I will give 10 minutes for you to ask any question. Я дам вам 10 минут для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы. Do not just stop proclaiming the good news alone. Но хочу сказать вам, не переставайте проповедовать благую весть. We must be focused enough until your church is born and self-proclaiming the good news. Мы также должны стремиться к тому, чтобы церковь сама захотела и провозглашала благую весть. When I was a small boy, когда я был маленьким мальчиком, I used to take small paper, я брал листок бумаги, and a magnificent glass, и увеличительное стекло, go to the sun, я шел на солнце, and focus in one place, и сосредоточивал лучи солнца на одной точке, never allow the hands to shake, и сделал так, что мои руки не тряслись, until it gets fire. Пока не зажигался огонь. Mission is possible in a bigger way when we focus and specifically concentrate on one region for one time. Миссия возможна, она будет успешной, если мы сосредоточимся на каком-то конкретном регионе, какой-то определенный отрезок времени. Focus and make fire. Если мы сосредоточимся, сфокусируемся на этом, тогда у нас будет огонь. A church will spring up. И тогда церковь там вырастет. And if you teach the church properly, если вы правильно научите церковь, the church will be self-propagating. Тогда церковь сама будет продвигаться вперед. And most of your job will be done. И большая часть работы будет сделана. That is why our mission is called GEMS. G-E-M-S. Вот почему наша миссия называется GEMS, то есть драгоценные камни. Actually, it is Gospel Echoing Missionary Society. Это сокращение Евангелия, общество провозглашения Евангелия. But we call it GEMS. Но там у нас идут сокращения GEMS. G, go. G, это у нас go, идите. E, evangelize. И в английском евангелизируйте. M, make disciples. M, make disciples. Делайте учеников. Yes, send them. И S, отправляйте их, посылайте. Видите, это постоянный процесс. Bring some people. Сначала приведите людей. Bring a man of peace.
привести человека, у которого есть мир. What we do, I'll explain you in 2 minutes. Я хочу за 2 минуты пояснить вам. We go to your place. Мы приходим к вам домой. A cluster of villages. Say again. A cluster of villages. Few villages together. Допустим, несколько деревень. Then we go around and pray and break all the strongholds of the darkness. Мы приходим туда, молимся, разрушаем всякие проклятия. The one thing we do. Это первое, что мы делаем. The second thing. Второе, что мы делаем. Since Bihar has got lot of illiterate people. Так как в Бихаре очень много неграмотных людей. We show Indianized Jesus. Мы показываем им индийскую версию фильма Иисус. Because people never heard about the cross. Потому что люди никогда не учились этим. So every village we show the film. Поэтому в каждой деревне мы показываем фильм. After showing the film in 10 villages, после показа фильма в 10 деревнях, we conduct a 3 days healing crusade. Мы устраиваем 3-дневные евангелизации по исцелению. We preach Jesus Christ. Мы проповедуем Иисуса Христа. Pray for the sick. Мы молимся за больных. They see power in action. Они видят, как сила Божья действует. Willing to follow the Lord. И они хотят следовать за Богом. Then we start few preaching points. Затем мы начинаем несколько мест, где мы проповедуем. We call it preaching points. Мы называем их точки, даже не церкви, а точки проповеди. When we start the preaching points, когда мы начинаем эти continuously группы, preach the gospel, они постоянно проповедуют Евангелие to the little groups, этим небольшим группам. Then make them disciples and baptize them. Потом из этих людей собираются ученики и потом их крестят. Then 5 people are baptized, we call it house church. Когда 5 человек крещены, мы называем это домашней церковью. Then we train them. Мы их обучаем. Then multiply. Затем они умножаются. If there are more than 15 people, если там больше, чем 15 человек, we call it an emerging church. Мы называем это начинающей церковью. Those people are then again evangelizing others. Затем эти 15 человек дальше евангелизируют других. If it is 50 people, если там уже 50 человек, we call it an established church. Мы называем это установленной церковью. And by the way, и кстати, we could establish 2,600 worshiping places today. Мы установили, say again, 2,600. Установили таких 2,600 церквей. Gospel is simple. Евангелие просто. Catch 12 people as Jesus did. As Jesus did, catch 12 people. Так же, как Иисус сказал, поймайте 12 человек. They were not educated. Не образованных. They were despised by the society. Galileans. Люди, которые были с ним, это были галилеяне. They were not from the University of Judea. Которых отвергало общество. Они не были из Иерусалимского университета. Ordinary people. Они были обычными людьми. And spent time with them. Он проводил с ними время. Released them. И потом отправил. Released them. И вы отправляете. Let me close with one example. И позвольте завершить одним примером. I don't know, because Moscow people may not aware of this, but what I have seen in my life when I am small boy, my mother used to have little hen. Я не знаю, может быть, люди, кто живет в Москве, не совсем знают об этом, кто живет в большом городе, но я вырос с этим. У моей мамы была курица. And she was a teacher. She was a teacher. Yeah. My mom была учительницей. And the hen laid eggs. Эта курица откладывала яйца. And my mom will make that hen to sit on the eggs. И моя мама создавала условия для того, чтобы эта курица могла на сетке сидела на этих яйцах. After 21 days. После 21 дня. All the egg will hatch and little chickens will be around. Все эти яйца там вылуплялись птенцы появлялись. Then you will see the whole world will be filled with chickens. Тогда вы увидите, как весь мир наполнится цыплятами. That's a simple thing. Это очень просто. That's a simple thing. Просто. That's a simple thing. Это просто. Then the mission will be accomplished. И тогда великое поручение будет исполнено. May the Lord bless you. Пусть Господь благословит вас. As you are very attentively listening to me. Спасибо за то, что очень внимательно слушали. I allow few minutes for you to ask any question. Сейчас у нас есть немного времени, чтобы вы могли задать вопросы. We don't have much time. У нас немного времени. I am willing to answer if possible. И я постараюсь ответить на много вопросов, насколько могу. Как вы выбираете регион миссионерства, куда пойти? Как вы выбираете миссионерский регион? How do you choose the missionary region where you do the work? You know, we challenge people if they respond to the call, we bring them and give them a specific training to win souls. Прежде всего, когда люди отвечают на призыв Евангелия, мы обучаем их и train them. So that they can go and win others. Чтобы они могли обучить других.
But more than that, we expect every believer to be a harvest force. Но мы ожидаем, чтобы каждый верующий был силой для проповеди Евангелия. When the grace will be very much on somebody, we make them a full-time worker. Когда мы видим, что человек движется в этих дарах, что на нем благодать, вот это, то мы привлекаем его к служению. Это specific region. How does a person pick for himself where he should go? No, we pray and there is a confirmation in his heart as well as in us. Мы молимся и есть подтверждение с его стороны и с нашей стороны. Как вы отправляете учеников? Вы слушаете их личное желание? Лично или вы сами смотрите, кто с вами пойдет? How do you send the disciples? Do you listen to what they feel like doing? Or do you just send them anywhere? Как вы отправляете этих людей? То есть вы прислушиваетесь к их желанию или вы отправляете их именно туда, куда вы считаете нужным? We allow them to pray so that they can feel. But we leadership also pray so that the confirmation may be from our spirit also. Мы позволяем им молиться, даем им возможность молиться, но также и мы руководством, мы также молимся, чтобы с двух сторон это было подтверждение. Как долго длится обучение? How much time does it take to train? It depends upon the person. Зависит от человека. For some people it's only 3 months, 100 days. Для некоторых людей это 3 месяца, 100 дней. Some people 6 months. Для некоторых 6 месяцев. Some people 1 year. Для некоторых 1 год. Maximum 1 year. Максимум 1 год. Команды отправляете или по одному? Отправляете команды или по одному? Are you sending one by one or a team? They work with the team to start with, then 2 by 2, then as a family. Они начинают с команды, потом двое, вернее, по двое, потом как семья. Как получать разрешение от властей на проведение вот всех мероприятий? How do you get the authorities to approve? Do you need the authorities to approve for that? How do you get that for conducting evangelism? In some places it is hard because we don't have any law arresting us to preach. But sometimes it depends upon the season. We need to get the permission from the police. В некоторых местах нам не нужно никакое разрешение, то есть нет такого закона, чтобы запретить нам. Но иногда нужно разрешение от полиции. If there is no election, we can have the meetings open here. Зависит все от региона. Еще если нету никакой негативной реакции, то мы просто можем проводить на открытом воздухе. Except few places, the India is very open. За исключением некоторых только мест, в принципе, в Индии все достаточно открыто. You can preach anywhere. Вы можете проповедовать где угодно. Там вот был вопрос. Да, скажи, вот этот брат там, скажите. How did you understand that God has called you? How did you receive the calling? Tomorrow morning, please attend the meeting. I will explain. Завтра утром я об этом расскажу больше. Я буду проповедовать об этом. Thank you. Yeah, thank you. Как быть, если нет команды, я один или одна, и Господь посылает по два человека? How do you do that if there's no team? I'm just one person, but the Lord actually sent by two. Yeah, but I was all alone. Я был один. And I struggled with the language for 5 months. 5 месяцев я никак не мог выучить язык. While I started reading the language. Когда я уже начал читать на этом языке. Standing in a corner and singing a song. Мог стоять в углу петь песню. Song attracts people. Песня привлекает людей. Then I read like a King's Manifesto from a big paper all the salvation verses. Я потом читал, как знаете, как глашатаи читают из большого свитка. Я вот читал весь о спасении. Then I distributed the booklets. А затем я распространял буклеты. And then later on, God added more people with me. И потом Бог добавил еще людей. Если вы встречаете откровенное сопротивление, вы стоите до конца или уезжаете? When you meet some direct opposition, do you try to persevere to the end or do you leave? I was beaten up. Меня били. My people were killed. Убили некоторых моих сотрудников. But we don't oppose. Но мы не противостоим. And after I was beaten up. Когда меня били. I was beaten up by 99 people. Меня били 99 человек. I went with a Saul to cover them, to appreciate them. You went with what?
a salt, that is a cloth to appreciate them. Я потом подарил им ткань, такую специальную ткань, просто в качестве подарка для них. And by that way, I show the love of Jesus and the forgiveness таким, of Jesus. Таким образом я показал любовь, которую дал нам Иисус. So some of them gave to the Lord now. Некоторые из них теперь служат Богу. Как лучше идет евангелизация в Индии, когда большая евангелизация или личный контакт устанавливается? What is the better way to evangelize when there's like a crusade, a big crusade, one-to-one, person-to-person? Of course, the crusade breaks the atmosphere. Знаете, конечно, крусейды, вот большие мероприятия, они что-то делают в духовном царстве, что-то разрушают там. That's the bulldozing work. Это, знаете, как будто бульдозер. А вот потом уже личная евангелизация очень эффективна после этого. Но мы можем по ситуации начать евангелизацию один на один. Of course, that is the effective way. Это, конечно, эффективно. But a crusade always breaks the atmosphere. Но крусейды именно вот разрушают вот это давление, которое есть. That we have seen in many places. Мы это видели во многих местах. We conduct 16 major crusades, 100 smaller crusades every year. И мы каждый год проводим 16 больших евангелизаций и сотни евангелизаций поменьше, такого же плана. The smaller crusades is 500 to 2000 people. Маленькие вот эти мероприятия, вот это от 500 до 2000 человек. The major crusade 2000 to 20,000 people. Большие крусейды это от 2000 до 20,000. This is the way we are doing. Это то, как это делаем мы. Как относятся люди другой веры вообще на то, что мы проповедуем Евангелие? Христиане как, тоже? Нет, не христиане. Другой веры. Другой веры, то есть там же много богов. Да. Как они воинственно относятся или они принимают? И как вы реагируете на эти вопросы? Как люди другой веры относятся к проповеди Евангелия, когда вы это делаете? Что они делают? Как вы находите язык с ними? Our meetings, you know, people, all the faith people are coming. Вообще, Muslim, Sikh, Buddhist, they are all coming. На наши мероприятия приходят люди разных вероисповеданий, индуисты, буддисты, сикхи, мусульмане. Of course, Muslims are not that open. Конечно, мусульмане не так открыты бывают. But Hindus are very open. Но последователи индуизма достаточно открыты. Because in the world everybody has got some problem or other. Потому что в мире у человека есть одна или другая проблема в любом случае. Everybody want to have some solution. И каждый хочет, чтобы получил ответ на какую-то проблему. Even the police officials came for prayers. Даже и полицейские выходят на молитву. Еще, как они работают с людьми, потому что у индуизма же много богов, и они принимают Иисуса как одного из или одного из. How do you work with people? Because Hindus sometimes they accept Jesus as one of the gods. Yeah. And then how do you work with them afterwards? Yeah, afterwards, you know, we have to bring them to knowledge only one God. That's the first step. Вопрос был о том, как работать с людьми после, потому что если индуисты воспринимают Иисуса как одного из богов, мы проясняем для них это первый шаг. То есть мы говорим о том, что Иисус это единый Бог, один Бог. И потом дальше постепенно проводим их шаг за шагом. But once they accept that Jesus has got power, they are willing to listen to the other side of it. Но когда они только увидят, что у Иисуса есть сила, тогда они готовы слушать и другие наши слова. Because in India a lot of people are possessed with the evil spirit. Потому что в Индии очень многие люди одержимы нечистыми духами. In a big crusade, as we worship, the evil spirit possessed people come and fall frustrated. И когда мы начинаем прославлять на больших таких евангелизациях, то люди одержимы, они часто выходят и просто бросаются вперед, как бы ниц падают. When we say the name of Jesus, they are delivered. И когда мы провозглашаем имя Иисуса, они освобождаются. That is the key to open the soul. И это ключ к открытию. But you have to disciple them preaching the word of God. Но затем нужно проповедовать Евангелие и делать их учениками, давать им ученичество.
Because when, you know, when the evil spirit possessed person come to the meeting, there is a self-advertisement. So many people have started coming to the meeting. Satan advertised its own way of bringing people. И знаете, когда человек одержимый приходит на служение, это своего рода такая бесплатная реклама, потому что другие тоже подтягиваются. Thank you so much. Only one question. Еще один вопрос, последний вопрос, хорошо? В чем заключается обучение, которое 3 месяца, 6 месяцев в год? What is the essence of teaching? What do you teach them in 3 months, 6 months, 1 year? We got a course exclusively made for our Indian context. Мы разработали курс, который специально был создан для нашего контекста в Индии. Yeah, we got 10 steps for the Muslims, 10 steps for Hindus. So different categories we made books. 10 шагов... как работать с индусом, 10 шагов, как работать с мусульманином. То есть в разных разные случаи мы рассматриваем там. We tailored the book for us. Мы специально этот курс под себя подогнали. It may not be applicable to Russia. Может быть, для России это может быть и не сработает. God should give you wisdom to потому что Бог должен вам дать мудрость, как... Thank you once again. Еще раз спасибо. May the Lord's hand be upon you so that you can enjoy it. God bless you.